Да, про подъемник на Эдельвейсе не работает. Ну, про подъемник, я думаю, Роберт, результат сейчас будет не лучше меня. Подъемник ориентировочно, это, наверное, каникулы. Сейчас трасса закатана, сегодня еще снег выпал, но в ближайшие дни опять потепление будет, поэтому состояние лыжного покрова, снежного покрова, который необходим для того, чтобы прошел ратрак, это минимум 30 сантиметров уплотненного снега, не то, что там пушистый напал. Я думаю, после праздников подъемник будет работать. После праздника? Ой, на праздник, я извиняюсь, после 2 числа я думаю запустим. 2 числа запускаем подъемник. Ну, это, мы-то можем запустить его, но снежный покров должен быть. Нарабатывайте пушки, нарабатывайте, набивайте. У вас как ни у кого, у вас это там воды мало, а у вас вода под боком, набивать можно в полном объеме. Трасса, конечно, не такая протяженная, как в Павловском районе, но тем не менее она пользуется интересом и спросом. Она достаточно крутая, но тем не менее, она интересна. И плюс доставка. Доставка людей должна быть синхронизирована. Доставка людей на лыжную базу должна быть синхронизирована, потому что люди приходят, ждут автобус, уезжает, приходит автобус. Здесь какая-то неточность произошла. Я прошу этот вопрос тоже отрегулировать.